Вот сегодня у Алика в гостях. Попросил подстричь его. Сегодня сделаем ему модную стрижку или прическу. Что тебе, стрижку или прическу? Стрижку. Все, через 20-30 минут увидите. А может через 10. Пока Алик ждет стрижку, читает журнал «Моделист-конструктор». Какой год? 80-й год. 80-й год. Ты родился тогда? Январь. Нет, мне уже год был. А тебе уже год был? Я уже читал вовсю. А ну-ка, пролистай. Что там интересного было в 80-м году? Он ждал, дети чем занимались. Нам много и по плечу, да? Да. А вот смотри, мужики чем занимались в то время. Вот эти вот мужики, вот машинки такие делали, самолетики запускали, катера. Прикольно, да? Ерундой не занимались, да? Нет, они вон мастера спорта. Видишь, мастер спорта. С моделью копии самолета Ил-18. Ну-ка, вот дальше листани, что там есть еще? Ну, это тоже про модель, корабли. Да? Да, модели здесь как... Чертежи, да, еще, наверное, есть? Да, чертежи здесь обязательно. Всякие. Вот, видишь, как на батарее этих моторчики. Раньше разбирали же автоматы. Это, какие-то... короче, Тесла, да, 80-го вот года? Вот гонять. Не, на батарейке, на квадратной. А, это маленькие машинки? Да. А. Кортовые. Понятно. Я делал такие, блин. Не, он человека возит? Ага, возит. Нет? Нет. Вот, видишь, спасательный буй для подлодки. Нифига. Знаешь, что он замутил? Сахар сюда положил. Подлодка, если тонет, вода попадает, сахар растворяется, буй всплывает. Нет, ты что, прочитал? Да, да, нет, не весь я вот эту статью. Раньше, короче, было, это уже позже стало. Вон, смотри, что они мастерят. Мастерили, да. Видал? На моторе. Ну, это этот же сейчас, электросамокат, да? Да, да, да. Оказывается, наши его придумали в 80-м, да? Да. Охуеть. Дал машины какие делали? Да, да. Мутик. Че, Алик, как тебе такая притча? Да я так... Ты как этот, есть же этот... В деревне подстригают же так, типов? Да, это... Все, давай я тебе еще укорочу. Панком нет, будешь. Нет, вверх укороти просто. Нет, давай панком будешь. Зашибись будет. Давай тогда подровняем, вверх укоротим. Да, плавный переход, короче, вверх срежем. Нет, ровный переход здесь сделал. А, ровный что был? Да, ровный. Давай, сейчас ровный. Есть расческа у тебя? У меня крупная пока. Да похуй, ну, давай. Че, как так? Вот так вот, фук. А ну-ка. Все. Вообще ты модный парень, да? Хорошо. Да. Нормально? А ну-ка, посмотри еще раз. Вот Алика подстриг. Как вам такая стрижка? Нормально? На какого футболиста я похож теперь? Да хер его знает. А я скажу. На кого? Я вам больше скажу. Не подстригайтесь. На Алика. Я сам на себя похож. Короче, Алик, машинка сломалась, блин, батарейка села. Сейчас будем заряжать. Завтра достригем тебя. Так будешь двигаться? Не, ничего. Бразильский футболист, между прочим, не помню его как. Тебе серьги не хватает? Всегда, блин, короче, вот все, Малика подстригли. Барбершоп у нас работает, обращайтесь. Нормально? Свежо? Охуенно! Это мой компаньон по Ютубу. Запомните его.